Югорские полицейские вновь спасли замерзающих на трассе людей. На этот раз помощь понадобилась гостям из Свердловской области. Их машина заглохла на дороге между поселком Пионерский и городом Югорск. Водители пассажиры на марке сообщили о поломке в дежурную часть. Госавтоинспекторы выехали на место. Путникам они помогли отогреть замерзший бензобак и напоили их чаем, после чего путешественников сопроводили до города.